уже 3 часа ночи и работает только одна пиццерия. Так, странно, у них сайт какой-то, вообще ничего не понятно. И акции кринжовые. Надоели внуки, купи им пиццу, и они отстанут? Ха, сделаю-ка я заказ по телефону. Лазанья, пицца, здравствуйте. Здравствуйте, а у вас лазанья или пицца? У нас лазанья с пиццей, пицца с лазаньей, пицца из лазаньи, лазанья из пиццы и лазанья по-тоскански. Хотите сделать заказ? Сперва хотела уточнить, а в вашем меню есть пицца с крышечками от стаканчиков кофе и рыбным соусом. Что это вообще такое? Ну, мы берем крышки от кофейных стаканчиков, кладем на тесто, а сверху поливаем рыбным соусом. Что тут непонятного? То есть вы берете пластмассовые крышки и кладете их на пиццу, а потом привозите и их кто-то ест? Да, девушка, пицца просто хит продаж. Хотите заказать? Нет-нет, это же не экологично. А вот пицца Сара, что там в ней? Надеюсь, не Сара? Я не знаю ту девушку, с которой сделана эта пицца. Я с ней вообще не знаком. Может, это и не девушка вовсе. Заказывать будете? У нас тут телефон разрывается от клиентов. А у меня тут дом разрывается от голодного парня и еще более голодной совы. Вы представляете, что такое голодная сова? Я бы на вашем месте не стала шутить с таким. Все, меню есть на сайте. Звоните, когда определитесь с заказом. А нет-нет, я определилась. Одну большую пиццу на ультратонком тесте с лазаньевыми бортиками, халапеньо и щепоткой яндера симулятора. И газировку без сахара, и газа, и воды. Куда будем доставлять? Город Голубинск, улица Адмирала Кукуруза, дом 1, этаж минус 1. Что? Голубинск? Мы не доставляем в такую глушь. До свидания. Алло! Алло! Трубку бросили. Мальчики, кажется, сегодня мы останемся голодными.